Накануне суд присяжных вынес оправдательное решение по делу бывшего топ-менеджера ТКК-14 Игоря Рыжкова, который обвинялся в покушении на убийство другого топ-менеджера. Все произошло летом. Рыжков сел на самокат, добрался до офиса компании, дождался своего преемника и выстрелил в него из арбалета. Мужчина тогда не пострадал. Арбалет экс-руководитель засветил прямо под камерами. С места преступления он скрылся, позже стрелка задержали полицейские. В заседаниях суда участвовали присяжные, они уже вынесли свой вердикт, теперь осталось дождаться решения судьи. Во время предварительного расследования на имущество бывшего топ-менеджера наложили арест. Общая стоимость арестованного 28 миллионов рублей.